Латинцев как обозначалось? Любовь, Фимка, у них слово амор. Амор и глазами так. Какая связь между старинной городской усадьбой и знаменитыми литературными произведениями? «Хождение по мукам», «Петр I», «Гиперболоид инженера Гарина», «Золотой ключик». Да самая прямая. В этом доме достаточно долгое время жил автор вышеперечисленных произведений Алексей Николаевич Толстой. Эта усадьба помнит продолжение окончания романа матери Алексея Толстого Александры Леонтьевны с Алексеем Аполлоновичем Бостром. Роман, который в конце XIX века потряс самарское общество. Разводы существовали всегда. Разводились боги и люди, духи и литературные герои. Развелся египетский бог земли Геб с богиней неба Нут. Расстался с красавицей Нефертити знаменитый Эхнатон. Иван Грозный отправил в монастырь бесплодную жену свою, Соломонию. Бросила Васисуаля Лоханкина жена Варвара, женщина, как известно, с многочисленными достоинствами. И, как утверждал Сэмюэл Роджерс, единственный путь прекратить разводы – это прекратить браки. Говорят, браки совершаются на небесах. В Российской империи все разводы происходили в духовных учреждениях, а для православных требовалось специальное разрешение Святейшего Синода. Духовенство всячески противодействовало разводу. Общество, в котором на протяжении тысячи лет доминировало религиозное сознание, попытки отдельных граждан разорвать священные узы брака воспринимало крайне отрицательно. С приходом советской власти разводиться стали через суд, что значительно упростило процедуру и повлияло на число браков и разводов. Тем не менее, разводы считались аморальными, и это мешало партийной карьере. После развала СССР на смену советским ценностям пришли ценности западного мира, и динамика браков и разводов резко изменилась. Сейчас никакой проблемы для развода не существует. Может быть, поэтому статистика настолько печальна? Россия по числу разводов на тысячу человек находится на первом месте. 10 лет назад разводилась каждая третья пара, а сейчас расстается больше половины пар. Для сравнения, в России средний процент разводов более 50, в США – 46, в Канаде – 48, в Англии – 42, во Франции – 38. В Японии всего лишь 27%, то есть каждый четвертый брак заканчивается разводом. Самая низкая цифра разводов в Индии – чуть более 1%. Для нас, людей современных, слово «развод» звучит так же обыденно, как слово «свадьба». Но было время, когда развод было делом не просто трудным, но и требовало колоссального личного мужества. Вспомним события, потрясшие дореволюционную Самару, когда инициатором развода выступила молодая красивая женщина Александра Леонтьевна Толстая. Я вырос на степном хуторе, верстах 90 от Самары. Мой отец Николай Александрович Толстой – самарский помещик. Мать моя Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, внучка декабриста Николая Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Ее второй муж, мой вотчим Алексей Аполлонович Бостром, был в то время членом земской управы в городе Николаевске. Мать моя, уходя, оставила троих маленьких детей. Уход от мужа был преступлением, падением.
Она из порядочной женщины становилась в глазах общества женщиной неприличного поведения. Александра Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева, родилась в родовом имении своего отца Леонтия Борисовича Тургенева, который был предводителем дворянства Ставропольского уезда. Родители Александры Леонтьевны были людьми глубоко верующими. И это, конечно же, сказалось и на воспитании детей, и на воспитании конкретно Александры Леонтьевны. Они приехали в Самару, и здесь она стала учиться в Самарской женской гимназии. Училась очень хорошо. Она закончит гимназию с большой серебряной медалью. Она была человеком зрелым. И ее больше устраивало общение с женщинами зрелыми, умными и свободными от всяких условностей. Это, конечно, тоже скажется на ее мировоззрении, на ее формировании. И когда Сашеньку Тургеневу привозят в Петербург, то, конечно же, ее тоже выводят в свет. И на балах она пользуется огромным успехом. Она умна, она серьезна, она красива, она знатного происхождения. И поэтому сразу же обнаруживается претендент на ее руку и сердце. Только один человек сумел завоевать ее сердце. Это был молодой человек, тоже знатного рода, очень богатый, красивый, умный. Но у него был существенный недостаток, особенно в глазах ее родителей. Он был вольнодумец, человек с революционными убеждениями, неверующий человек. И поэтому, когда родители узнали о том, кого избрала их дочь, любимая дочь, конечно, они были против этого. И пришлось Сашеньку увезти из Петербурга в Самару. Родители были непреклонны в своем решении. Тем не менее, они настолько переживали за Сашеньку, что ее мать, видя, как страдает ее дочь, впала в летаргический сон. Она не приходила в себя несколько дней, а когда очнулась, оказалось, что она ослепла совершенно. Александре Леонтьевне было 19 лет, когда в Самару приехал граф Николай Александрович Толстой. Дебошир, вспыльчивый молодой человек. В Самару Николай Толстой попал благодаря своему буйному характеру. Граф помог товарищу, с которым он служил в полку гвардейских гусар, выкрасть девушку. Родители несовершеннолетней девушки пожаловались императору, и все участники похищения были наказаны, исключены из полка и лишены права жить в Москве и в Петербурге. Граф окружал ореол героя. Кроме того, богат, красив, блестящая партия. Он посватался к барышне Тургеневой. Волевая, вдумчивая, скрытная. Она много читала, еще до замужества, пробовала свои силы в литературе. Ее увлекала высокая идея гуманности. Александра считала, что, выйдя замуж за графа, обуздает и укротит его буйный нрав. И в 1873 году в Спасо-Вознесенском соборе их обвенчали. Сохранилась запись в метрической книге о бракосочетавшихся за 1873 год. Жених. Поручик Николай Александрович, граф Толстой. Первым браком. Невеста. Дочь действительного статского советника Леонтия Борисовича Тургенева, Александра Леонтьевна Тургенева. Первым браком. Но глубокого чувства графу Толстому Александра Леонтьевна не питала. Но, тем не менее, она видит, что у него есть достоинства, есть положительные качества. Среди них такое, например, как он очень умен. Ум его насмешлив, ироничен. И это, кстати говоря, с одной стороны, достоинство, а с другой стороны, существенный недостаток, потому что он будет себе наживать много врагов. Неуживчивый и вспыльчивый характер.
Молодые сняли дом на углу Заводской и Преображенской. Но вскоре уехали в имение графа в Александровку. Мечты Александры Леонтьевны оказались несбыточными. Он ее безумно любил, как он сам выражался, любил до святотатства. Но в то же время он никакой большей роли, кроме как матери своих детей, в будущем ей не отводил. Не прошло и года после женитьбы. За оскорбление самарского губернатора Климова Толстого высылают из Самары в Кинешму под надзор полиции. И только благодаря хлопотам родственников молодой граф возвращается в Самарскую губернию. И снова скандал. В припадке ревности молодой граф Толстой стреляет в Александру Леонтьевну, которая на тот момент ждет ребенка. Беспричинные вспышки ярости, отрицательное отношение к занятиям литературы делают жизнь молодой семьи невыносимой. Когда на своем жизненном пути она встретит обедневшего помещика, председателя уездной земской управы Алексея Аполлоновича Бострома, она поймет, что это именно тот человек, о котором она только мечтала, когда зачитывалась произведениями Ивана Сергеевича Тургенева. Алексей Аполлонович Бастром – мелкопоместный дворянин, всего лишь земский чиновник в Николаевске. Владел имением в Сосновке. Вдохновенно вел споры о будущем России с друзьями на вечерах в Самаре. А когда все уставали от споров, Алексей Аполлонович садился за рояль, музицировал, пел дуэтом с какой-нибудь барышней. И, вероятно, на одном из таких вечеров произошла встреча двух молодых и красивых людей. Алёша, жизнь моя, радость моя, счастье мое, спасибо тебе за твое письмо. Оно оживило меня, дало мне жизнь и надежду. Я не испугалась бедности, я проживу и в душном флюгельке, но я поняла, что это только в крайности. Если наша связь обнаружится, могу связать свою жизнь с твоей. Ты не обеспечен, твое положение вовсе не выяснено, и потому будем ждать. Если бы ты знал, родной, как я соскучилась по твоей любви. Это глубокое было чувство. Александра Леонтьевна, тем не менее, идеализировала Алексея Аполлоновича. Она считала его героем. Они пишут друг другу очень часто. И мы видим, что как будто бы письма пишутся одним человеком. Вспомним бессмертные слова Дианы, принцессы Уэльской. «В этом браке нас было трое, а я не люблю толпы». В ноябре 1881 года Александра Леонтьевна уехала в Николаевск, к Бастрому. Однако мольбы и угрозы мужа, моральное давление родителей, боязнь за любимого человека, которому угрожал граф, заставили Александру Леонтьевну вскоре вновь вернуться в Самару к мужу. Николай Александрович увозит ее в Петербург и, чтобы удержать, издает написанный ею роман «Неугомонное сердце». Затем они возвращаются в Александровку. Александра Леонтьевна писала любимому. «Алеша, жизнь непрерывно ставит мне неразрешимые вопросы. Бедные дети, опять стоит выбор между тобой и ими. Я хотел исполнить свой долг перед детьми. Второе – жалость к слабому человеку. Проклятая, проклятая жалость. Получила твое письмо. В тот день у нас опять повторился разговор с мужем. Долго, долго мы говорили о разводе. Он не может согласиться на это. Это выше его сил. Перефразируем великого Пушкина. Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Оказывается, это правило верно и для сильного пола. Граф Александр Николаевич Толстой пытается вернуть жену и пишет ей. Саша, я на все согласен. Только не оставляй, не убивай меня. Я превращусь в ничто. Заглушу гордость, самолюбие, все-все. Только не убивай меня. Не убивай детей.
Он молил о жалости. Он упрекал меня в эгоизме, в черствости. Может, это и правда. Я страшно ошиблась. Ясно вижу я намерение мужа овладеть мною, опять сделать меня вполне своей женой. Борьба открытая возможна, но это мелочно, каждодневно и ежечасно. Его униженный и угнетенный вид – все это невыносимо. В конце апреля 1882 года Александра Леонтьевна написала Бастрому полное отчаяние письмо о том, что она беременна, и отец ребенка – Толстой. А через месяц, скрыв от мужа, что ждет ребенка, окончательно уходит к Бастрому. И вот ей надо было делать выбор или остаться с детьми из графа. Но тогда она понимала, что она физически, в конце концов, все равно погибнет, и дети будут лишены своей мамы в любом случае. Просто она физически уйдет из этого мира. Или она все-таки оставит детей графу и уйдет к Алексею Аполлоновичу Бастрому, уйдет с ребенком, который еще не родился. Но Алексей Аполлонович... Он настолько любил Александру Леонтьевну, что тот ребенок, который в ней жил, он считался уже их общим ребенком. 20 августа 1882 года в поезде, только что отошедшем от станции Безенчук в сторону Сызрани, в одном из купе вагона первого класса внезапно раздался выстрел. Стрелял граф Николай Толстой в своего соперника Бастрома, к которому ушла его жена. Встреча произошла случайно. Кто знает, остался бы в живых Бастром, если бы Александра Леонтьевна не отвела револьвер в сторону. В нетерпении граф выхватит пистолет и будет целиться в Бастрома, и не просто целиться, с намерением его убить. Но Александра Леонтьевна бросится, повиснет на руке, выстрел прозвучит, но, то есть произойдет, но граф попадет только в ногу Бастрому. И тот потом всю жизнь будет хромать, прихрамывать. Граждане всегда предельно внимательны к тому, что происходит в чужих семьях. А когда в семейном конфликте присутствуют все элементы мелодрамы, муж, жена, любовник, роковые страсти, попытка убийства и самоубийства, судебные разбирательства, градус общественного внимания повышается многократно. В Самаре судебные слушания по делу графа Толстого и его супруги стали событием вселенского масштаба. Выстрел графа поставил власти в затруднительное положение. Буква закона посадила графа на скамью подсудимых, но сочувствие властей было целиком на стороне оскорбленного супруга. В то время, когда Николай Александрович сидит на скамье подсудимых, будущему писателю Алексею Толстому несколько месяцев. Когда Алеша вырастет, то узнает, что решением мирского и духовного судов было предрешено. Граф Николай Толстой оправдан. Брак расторгнут, а епархиальное начальство постановило Александру Леонтьевну, графиню Толстую, оставить во всегдашнем безбрачии. Против дерзких любовников возводилась глухая стена отчуждения от общества. Был опубликован роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». И уже общество раскололось на две части. Кто сочувствовал Анне Карениной и кто не одобрял ее поступка. И тем более, что уже новое время наступало. И понимали, что роль женщины должна меняться в обществе. И, кстати говоря, внук Александры Леонтьевны, Дмитрий Алексеевич Толстой, сын Алексея Николаевича, он скажет, что его бабушка была модным человеком. В смысле не том,
какой мы обычно вкладываем в это понятие, она чувствовала веяние времени. И она понимала, что женщина уже готова играть роль более значительную в обществе, нежели ей отводится из века в век. И поэтому однозначной реакции общества не было. И ее очень уважали. Через 2 недели после рождения Алексей был крещен. В метрической книге Предтеченской церкви в городе Николаевске осталась запись. 1882 года. В декабре 29-го рожден. В январе 12-го дня 1883 года крещен Алексей. Родители его – гвардии поручик граф Николай Александрович Толстой и законная его жена Александра Леонтьевна. Оба православные. Получить иную запись на имя Бастрома Александра Леонтьевна не хотела, да и не могла. Это было бы самоуправным насилием над будущим своего сына, который навсегда мог остаться незаконно рожденным. Александра Леонтьевна назвала сына Алексеем, вероятно, в честь любимого человека. Граф Толстой продолжает бороться за честь оскорбленного мужа, манипулируя угрозой самоубийства. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Пишу я эту последнюю волю в твердом уме и памяти. В смерти моей не виню никого. Прощаю врагам моим, всем, сделавшим мне зло, которое довело меня до смерти. Жену мою умоляю исполнить мою последнюю просьбу. Разорвать всякие отношения с Бастромом. Вернуться к детям. Прошу жену простить мои грехи перед ней. Клянусь, что все дурное, что я делал неумышленно. Вина моя в том, что я не умел отличить добра от зла. Однако в доме графа выстрел не раздался. А спустя 4 года он женился. Но всю оставшуюся жизнь любил Александру Леонтьевну. А она из барышни становилась почти крестьянкой. Меняется даже внешне. Так много хозяйственных забот наваливаются на нее в Сосновке, потому что Бастром по-прежнему служит в Николаевске, и в Сосновке бывает только наездом. Кандидатура Бастрома на очередных выборах председателя в земскую управу Николаевске была провалена. Вероятно, не последнюю роль здесь сыграла нашумевшая история – с Александрой Леонтьевной. Поражение на выборах лишило Бастрома оплачиваемой должности. Источником существования остается только доход от хутора. Это 70 верст до Самары. Почти 2 дня езды на лошадях. Хутор Бастрома в Сосновке. Дом до наших дней не сохранился. Там прошло мое детство. Сад, пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чигра, товарищи деревенские ребята, верховые лошади, степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта. До 9 лет Алеша почти безвыездно жил на хуторе. Мальчик долгое время не знал, что Алексей Аполлонович – его отчим, и не только называл его отцом, но и носил до поступления в училище фамилию Бастром. Материальное положение Бастрома было шатким. Маленький хутор в степном районе Поволжья, где засуха периодически сжигала урожай, приносил незначительный доход. Хутор закладывался и перезакладывался. В одну из зим мне было лет 10. Матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я трудился над приключениями мальчика Степки. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным. Матушка меня больше не принуждала к творчеству. Помещики, походившие скорее на простолюдинов, так выглядели хозяева Сосновки.
В мае 1897 года Толстой сдавал экзамены в 4 класс Самарского реального училища. Там он срезался почти по всем предметам. В Сызранском реальном училище экзамен прошел благополучно, и Леша был принят в 4 класс. Мать и сын поселились в Сызрани, а Алексей Аполлонович продолжал хозяйничать в Сосновке. В Сызранском реальном училище Толстой проучился 1 год. В мае 1898 года были сданы экзамены за 4 класс, и после неисчислимых хлопот, волнений, огорчений, разочарований удалось, наконец, перетащить Лешу в Самарское реальное училище. Так писала Александра Леонтьевна своей сестре. Самарское училище помещалось на углу Успенской и Казанской, сейчас Комсомольская и улица Алексея Толстого. Алексей Аполлонович дает объявление о продаже хутора. В 1897 году мы навсегда покинули Сосновку и переехали в Самару, в собственный дом на Саратовской улице, купленный на остатки от уплаты долгов по закладным и векселям. Дом на Саратовской, сейчас это улица Фрунзе. Здесь располагается музей Алексея Николаевича Толстого. В 1899 год можно считать началом творчества Толстого, еще робкого, ученического, подражательного, но все же творчества, не по заданию учителей и не по настоянию матери. Это были стихи, беспомощное подражание Некрасову и Надсону. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию. Должно быть беспредметная мечтательность, не находившая формы. Но меня тянуло к какому-то неоформленному еще процессу созидания. Круг самарских знакомых Бастрома был довольно широк и разнообразен. В их доме бывали иземцы и журналисты, бывал здесь и Гарин Михайловский. Гостей Бастрома принимали в этой гостиной. Александра Леонтьевна организовала молодежный драматический кружок, где выполняла роль режиссера. Она ставила произведения классиков, писала для ребят сама и заставляла тоже пробовать свои силы в драматургии. После репетиции она устраивала для них пир, пекла пироги. Алексей Аполлонович занимался домашним хозяйством, вел расчеты с жильцами, заботился о том, чтобы в доме всегда был достаток. Не случайно на его столе счеты. Он любил читать. Он был членом 6 обществ, в том числе и общества садоводов. Алексей Аполлонович человеком был очень контактным. И хотя он не получил даже законченного образования гимназического, он учился в Московской гимназии в 7 классе, когда умерли его родители. И было много сестер, о которых надо было заботиться. И вот юный Алексей Бастром едет в Самарское имение для того, чтобы им заниматься и обеспечивать своих сестер. То есть человек-то он был трудяга, но он был фантазер. Очень большой фантазер, выдумщик. Александре Леонтьевне сначала не было это понятно. Она-то его видела как героя. А вот впоследствии, когда они сюда переедут, в Самару, и он станет домовладельцем, она будет очень разочарована. И она напишет ему уже по истечении многих лет, когда они вместе проживут. То есть это где-то будет примерно 1904 год. Умрет она в 1906 году. Она напишет, что «мелочная борьба твоя с квартирантами меня убивала. Но, тем не менее, я всегда хотела, чтобы мы были героями». И были на каком-то таком возвышении, как и полагается героям. Ну что же, иногда жизнь сбрасывает в грязь. Но я надеюсь, что мы останемся просто хорошими людьми. Бастромы приобрели дачу на Барбошиной поляне. Фотографии на даче. Слева направо Алексей Аполлонович, Александра Леонтьевна и маленькая девочка Шура Первякова. Александра Леонтьевна и Алексей Аполлонович взяли девочку на воспитание.
Правда, удочерить ее не разрешили, их брак так и не был признан. Но уважением они пользовались, и девочку им разрешили оставить. В 1900 году граф Николай Александрович Толстой умирает. Отпевают его в Самаре, в Иверском монастыре. На похоронах присутствует Александра Леонтьевна и сын Алексей. Никто из родственников к ним не подошел. На отпевание пришла Александра Леонтьевна вместе с Алешей, которому было 17 лет. И, конечно, на отпевание прежде всего была новая супруга графа Толстого. Вера Людвиговна, сыновья потребовали, чтобы она покинула церковь. И особенно был непримирим и нетерпелив в своих вот таких проявлениях Мстислав, младший брат. Но Вера Львовна их остановила и сказала, чтобы они не мешали Александре Леонтьевне. Она пришла для того, чтобы просить прощения у Николая Александровича. Смерть Николая Александровича существенно изменила материальное положение будущего писателя и разрешила вопрос о дальнейшей учебе. Ему была выделена часть наследства – около 30 тысяч. Эти деньги обеспечивали возможность учиться в институте. В 1901 году Толстой окончил реальное училище в Самаре и сдал экзамены в технологический институт в Петербурге. Он рано женился, в первый раз в 19 лет. В 1905 году, когда были закрыты высшие учебные курсы в Петербурге, уехал в Дрезден, где в политехникуме пробыл один год. Это было летом 1906 года. Я жил тогда в Германии, в Дрездене. Учился в политехническом институте. Вдруг без всяких причин почувствовал безотчетное беспокойство, какую-то странную и сильную тревогу. В два дня я собрался и уехал в Россию к матери. Встречаю своего тестя-врача, и вот он говорит мне: «Не пугайся, случилась скверная вещь. Александра Леонтьевна без сознания, у нее менингит». Утром моя матушка скончалась. Страстным желанием моей матери было, чтобы я сделался писателем. Но почти никогда при жизни я не думал об этом. Но со дня кончины матери я живу, подчиняясь неведомой мне воле, которая привела меня к моей теперешней жизни. Алексей Аполлоныч Бастром умер голодным летом 21 года. В годы советской власти он служил сторожем в Черновских садах. Наступило то самое светлое будущее, о котором он так любил спорить вечерами. Последняя фотография Алексея Аполлоновича с приемной дочерью Шурой Первяковой. Она была с Бастромом до конца. Портрет матери писатель Алексей Толстой возил с собой всю жизнь, где бы ни бывал. И в Париже, и в Берлине, и в Москве. Всюду он был перед ним. В автобиографии он писал: «Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной». Кто знает, узнал бы мир талантливого писателя Алексея Толстого, если бы нити судьбы его матери, графа Николая Толстого и Алексея Бастрома переплелись иначе.